Хейо, друзья, и всем привет! Это канал Дурацкий Крутой. Продолжаем проходить персону. И как вы помните, с предыдущей части мы занимались тем, что искали эмблемы. Там такой пошел слух неприятный, да, скорее всего его распустил сам директор Хани, а может быть не он, это точно неизвестно. То, что как бы лица людей, которые учатся в школе Семи Сестер, High School of Seven Sisters, у них портятся лица, короче, то, что они там из-за эмблемы что-то какие-то терки были. И, короче, суть в том, что нам нужно сломать эти эмблемы и найти непосредственно самого Ханью и как бы навалять ему по самой не хочу. Так что давайте, наверное, продолжим. Меньше слов, больше дела, друзья. Поехали! Да, давненько мы с вами уже не играли. Очень давненько, я, конечно, извиняюсь, но времени крайне сейчас не хватает. Стараюсь сделать как можно скорее, потому что занимаюсь еще несколькими проектами. Все бы сбежали, если бы могли. Но мы не можем ослушаться директора. Я тоже не могу вернуться домой, пока не закончится заседание комитета. Мы должны продолжать уничтожать эти эмблемы. Неудивительно, что все боятся. Если вы не можете сказать, когда проклятие настигнет их. Ха, отлично, в этом классе все. Куда дальше? Это Майсан. Это просто мое воображение. Это должно быть... Нет, 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 меня не прокляли. Поэтому я отказываюсь от интервью. Моя жизнь будет разрушена, если ты напишешь обо мне что-то плохое. Забавно, что они все тут очкуют. Воу-воу-воу, держись там. Мы пришли не для того, чтобы брать интервью у студентов. Мы здесь только для того, чтобы исследовать Джокера и проклятие эмблемы. Мне не нравится, что на меня косо смотрят, что я журналист. Я здесь не для того, чтобы навредить кому-то своими статьями. Это журналистка из журнала Крутого, верно? Похоже, папарацци уже разнюхали эту историю. Теперь школа седьмых будет известна по всей Японии, как проклятая школа. С меня хватит. Эта цыпочка, Майя-сан, она почему-то так сильно вцепилась в меня. Может ли это быть началом нашей жгучей любви? Это ужасно! Паника повсюду, все вдруг заболели. Разве просто снять эмблему уже недостаточно? Мне удалили веснушки, но теперь я больна. Блин, мне это вовсе не нравится. Интересно, каково это, когда удаляют веснушки и зачем она это себе сделала? О, блин, первая стычка. Друзья, сори, что у меня игра подлагивает. Это какие-то проблемы с эмулятором. Вот примерно, может быть, в октябре, вот на свой день рождения, 5 числа, может быть, я куплю себе карту захвата, и мне получится делать более качественные записи. Но с эмулятором очень много технических проблем. Я вообще персону с большим трудом запустил, на самом деле. Компьютер у меня как бы позволяет это сделать, но там по ряду других технических причин она вот не очень как-то запускается адекватно. Ладно, давайте боевку посмотрим. И да, говорить я на слишком много не буду. Будет перевод диалогов, по сути. Если вы вдруг захотите, чтобы в следующих видео было больше описаний боевок или скиллов там так далее, то скажите это, я буду делать. Но если вам такой формат больше нравится, я буду делать в формате просто перевод и как бы немое прохождение вместе с сюжетным переводом, можно сказать. К тому же я делаю перевод не только
сюжетки. Я сделаю побочек еще в перевод. То есть все персонажи, которые будут находиться в кругу, там, рядом или чуть подальше. Я, короче, буду переводить диалоги практически со всеми персонажами. И не только сюжетные линии. Может быть, даже побочки, как я сказал, вот только что пройдем с вами. Ну что, давайте, ладно, послушаем. Ты поможешь нам уничтожить эмблемы, да, сэмпай? С теми, что здесь, уже разобрались. Сходи в другой класс. Мы уже уничтожили все эмблемы здесь. Где еще они могут быть? Оно двигается? Ага, оно двигается. Так это все решает? Походу, да. Га! Черт возьми, нет, это невозможно. Как могло случиться что-то настолько нелепое? Мои 3000 йен! Как мы и слышали, слухи сбиваются. У-ху! Теперь я на 3000 йен богаче. Пойдем поужинаем, Татше. Может ли камень Нарутара как-то воздействует на эту статую? Это ужасно. Кашихара, что же мне делать? А что вы здесь делаете? Вы должны немедленно уйти. Причина? Посмотри на статую. Она ходит вокруг. Ты не думаешь, что это, ну, опасно? Ходят слухи, что это статуя директора школы. Говорят, она двигается. Эта статуя настолько отполирована, что аж блестит. Бесит. Не похоже, что внутри него есть моторы. Кто бы мог подумать? Ха.
Воу, эту статую вправду бродит тут? Это из-за слухов, да? Я думаю, что упрямый босс наконец-то понял, что происходит. Я рада, что заключила с ним пари по дороге сюда. Хорошо, хорошо, я признаю это, слухи сбываются. Проклятие. Тут ты уничтожил последнюю эмблему. Сейчас иди в другие классы, уничтожь эмблемы там. А-а-а, нет! Это проклятие! Оно меня настигло! Это твоя вина, сэмпай! Все ищут эти эмблемы, но мне все равно, потому что я уже проклят, и типа, ха-ха, ребята, вы облажались. Я только что вспомнил кое-что жуткое, сэмпай. Ранее дворник говорил, что мир погибнет, если часы начнут ходить. Конечно, я ему не поверил, но посмотри, что произошло с тех пор, как они снова начали тикать. Может быть, это была правда? О, Лиза Тян иногда пугает. Похоже, она приготовила для тебя что-то пугающее. Кейти Кун с другой стороны. Что ты там бормочешь, трусобос? Поторопись и найди эту эмблему. Если мое лицо или лицо Тацуи пострадает, твое лицо пострадает тоже. Блин, ну почему я должен заниматься и проблемами твоей школы тоже? Я чертовски мил, вот почему. Тебе так не кажется? Блин, где спрятался этот Ханья? Он может быть где угодно в этой школе. Это должно быть последняя эмблема. Ты был в других классах? Окей, тогда те, что остались, должны быть в учительской. Эки-чикун такой забавный. Ну, они говорят, что любовь — это великое недоразумение. В конце концов, может быть, он прав. Что я делаю? Ты спрашиваешь? Я посылаю огонь любви на эту детку, вон туда. Посмотри на нее, ее лицо покраснело. Она уже под моими чарами. Любовь — это великое недоразумение, да? Интересно, правда ли это? Он настолько наивен, что уже не смешно, а просто грустно. Интересно, был ли он таким с самого детства? Это тут босс старшей школы Касс? Он продолжает смотреть на меня. Думаю, от стресса у меня жар. Спаси меня, сэмпай! Я знаю, я просто должен попросить, чтобы мое лицо снова стало нормальным. Но можно ли мне попросить два желания?
Блин, ему действительно сделали операцию, теперь он киборг. Смотрите, вдобавок к этим лязгущим звукам, теперь он и говорит странно. Он ведет себя очень странно. Хотя мне интересно, может ли он вообще сломаться? Похоже, эта девушка пыталась уйти из школы до того, как проклятие настигло ее, но не успела вовремя. Мы должны что-то сделать. У меня не получилось. Моя встреча в клубе закончилась, и я сразу поспешила домой. До... Ребята, в сторону! Я не могу видеть, как такая леди, как ты, грустишь. Вытри свои глаза, девочка! Урок кантонского языка Лиза номер 2. Вай! Используется как эй, когда ты кому-то звонишь. Когда ты повторяешь вай-вай, это больше похоже на привет. Запомни это. Как этот парень может такое, да еще с невозмутимым лицом? Уверен, он просто пытается ее подбодрить. Тацу свирепо уставился на него. Эй, не смотрите на меня так, мистер! Взрослые все такие, они не понимают наших чувств. Они забыли собственное детство. У меня никогда его не было, я все еще ребенок, я продал свой на распродаже. Я все еще ребенок. Правда? Эй, есть кое-что, что мне интересно. Почему люди воюют? За себя, для своих семей, за свою страну. Демоны заставляют их делать это. Ха! Это наша вина? Я расстроен. Моя грудь, она горит. Что мне сделать? Это скрытый гнев? Это и есть чувство любви? Это изжога? Что-то подсказывает мне, что вы смеетесь надо мной. Я очень зол. Эй,
Bring it on. Окей, детка, эта песня для тебя. Хитяра, газовые камеры любви. Ты клёвый! Детка, жизнь может быть отстойной, но не сдавайся. Знаешь, как говорят, чушь собачья, не сейчас. Я не могу тебе поверить. Ты думаешь, что пикси глупые? Пикси глупые? Я знаю, да, вы глупые. Да. Это ложь! Пикси в бешенстве! Хе-хе! У тебя есть договор с Пикси. Хорошо, это подарок любви тебе от меня. Возьми это, дорогуша. У вас есть договор с Пикси. Пикси поможет тебе. Что ты хочешь от Пикси? Вещь, деньги, либо информацию. Информацию. Пикси знает что-то клёвое. Ха. Я собиралась сказать это, но я забыла, что это было так вместо... Это шафрановая серьга. Используй её с пользой. Пикси ждёт, не дождётся следующей встречи. So long! Эй! Достаточно, значит достаточно. Хватит пользоваться какими-то слухами и пугать себя. В самом-то деле. Мисс Саека, вы ли это? Юкина? Это и вправду ты Юкина? Я перевелась сюда в прошлом году, но это не важно. Что ты здесь делаешь? Только не говори мне, что ты опять школьница.
Оу, да нет, сейчас я на задании, я подрабатываю как ассистент фотографа, так что я пришла сюда снимать сюжет. А я, мисс Саяка и Юкина знакомы? Да, она была в моей студенткой в прошлой школе. Только ты немножко не вовремя пришла сюда, как видишь, у нас тут небольшие проблемы. Вот как раз насчет этого-то мне и нужно кое-что тебе сказать. Все это из-за слухов? Значит, проклятие исчезнет, когда будут уничтожены все эмблемы? Ну, в таком случае я тоже помогу. Тацуя, ты можешь осмотреться здесь. Ты получаешь мое благословение, чтобы уничтожить тут все эмблемы. Мисс Саяка такая же крутая, как всегда. Я даже и не думала, что увижу ее снова. Хорошо, что я взялась за эту работу. Это действительно сработает, Чинян. Ты думаешь, Майя-сан права, и проклятие будет снято, как только эмблемы исчезнут? Ну наконец-то, последние эмблемы. Нам нужно поторопиться и найти мистера Ханью. Тацуя, мы выходим на финишную прямую. Вот эти эмблемы последние. Я надеюсь, что проклятие исчезнет после этого. Мисс Саяка такая же крутая, как и всегда. Я даже не думал, что вижу ее снова. Хорошо, что я взялась за эту работу. Слухи становятся реальностью, да? Это звучит нелепо, но если вы с Юкино так говорите, то я вам верю. Тем не менее, хаос внутри этой школы напоминает мне случай со школы Святого Гермелина 3 года назад. Да? Неужели? Проклятие исчезнет, если мы уничтожим эмблемы? Студенты будут спасены? Тогда вперед, уничтожьте их! Что? Я тут немного занята, мне нужно быстро уничтожить эти эмблемы и вернуть мое лицо в нормальное состояние. Да, блин, трудно найти эти эмблемы, не могу же я предсказать, где они все находятся. Но я уверен, что проклятие скоро исчезнет. Видишь, все как мы и говорили, мы должны были уничтожить эти эмблемы давным-давно. Хорошо, Тацу, иди разбей их. Значит, проклятие исчезнет, если мы уничтожим все эмблемы. Понятно. И госпожа Саяка согласилась на это? О, понятно. Вау! Эй, куда ты идешь, Тацуя? Не здесь ли последние эмблемы? Ты должен поторопиться уничтожить их.
Хорошо, дорогуша. Должно быть, это была последняя. Ну, теперь должно быть намного лучше. Странно, я думала, что мы избавимся от проклятия. Я что-то упустила? Ну, блин, кажется, я забыла ту самую большую, на тех огромных часах, на башне. Она все еще там. Внимание, студенты! Немедленно прекратите всю незаконную деятельность на территории школы. Я директор, и все должны подчиняться моим приказам. Вы меня слышите? Вы будете уважать мою школу семи сестер. Видимо, у нас нет выбора, раз директор так говорит. Так, ребята, охота на эмблемы закончилась, пора убираться. Будь проклят этот Ханя, но если все подчиняются ему, мы тут особо ничего не изменим. В любом случае, мы должны пойти и разбить эти часы. Подожди, Чиньян, разве часовая башня не заперта? Вначале нам нужно найти ключ. Возможно, он где-то в учительской. Давайте спросим у учителей. The champions, but me most of all.
won't go so easy next time. Что это вдруг со всеми происходит? Сейчас не время, чтобы заниматься уборкой. Власть господина Хани над ними довольно сильна. Этот чертов Хани, как он смеет промывать мозги госпоже Саяко, теперь у меня есть с ним свои счеты. Мисс Саяко никогда бы так слепо не подчинилась. Она из тех леди, которые ударят священника, если сочтут нужным. Похоже, директор делает свой ход прямо сейчас. Это чертов Ханья. Как он смеет промывать мозги моей госпоже Саяко. Теперь у меня с ним свои счеты. Это очень тяжело, я не должен был быть таким небрежным. Даже я не мог предвидеть такого поворота событий. Ну, неужели? Тебе нужен ключ от часовой башни? Кто-то, кажется, его взял, так что я не могу одолжить его вам прямо сейчас. Да, и с тех пор, как Лиза познакомилась с тобой, ее оценки по английскому стали просто ужасными. Скажи ей, что она должна отнестись к этому более серьезно. У нас особо нет выбора, нам дали команду убираться. Тебе тоже лучше сделать это. Ключ от часовой башни. Понятно. То есть вы хотите немного там прибраться? Понятно. Директор забрал ключ, который был в учительской. У уборщика должен был быть другой ключ. Я вижу, как чудесно. Что такое? Уйди. Я в плохом настроении. Я должна убираться. О, подожди секунду, Чинян. Разве башня с часами не заперта? Я говорю, что мы сначала должны найти ключ. Часовая башня? Зачем вы хотите туда? Если у вас есть свободная минутка, то лучше пустить ее на уборку. Мы должны слушаться директора. Это сводит меня с ума, но я не понимаю, почему. Я имею в виду... тебе ведь тоже нравится директор Хани, верно, Тацуя? Но если директор приказывает, мы должны подчиниться. Ты давай тоже подчиняйся. Давай же, помоги нам.
want my autograph. Adios. Здравствуйте, прошу прощения. Мы бы хотели одолжить ключ от часовой. Ключ? Хай, ключ от часовой башни, ведь он у тебя, дедуля. Ключ от часовой башни? Куда он подевался? Ну что ж, дедуля, глубоко вздохни и попытайся вспомнить, куда ты его дел. Кто знает, когда он может вспомнить? Может быть, мы сами поищем его? Тут ничего. Этот календарь — легендарная актриса Саёри Исикава 30-летней давности. Область вокруг ее губ странно потерта. Это старый телевизор. Ай-я, мистика какая-то. Боже, эти футоны были проветрены в этом десятилетии. Я не вижу здесь никакого ключа. Замечательно. Этот человек так легко теряет вещи. Стареть — это нелегко. Ключ, ключ. Я чувствую, что он где-то рядом. Я должен съесть свой ужин. Что случилось, Тацуя? Мы тут с дедулей по-мужски болтаем. Посмотри где-нибудь еще. Ай! Этот комод полон до отказа вырезками и глянцевыми фотографиями. Это актриса Саёри Исикавы. В ящике лежат толстые веревки и свечи, возможно, для чрезвычайных ситуаций. В чем дело, Тацуя? Если мы не найдем этот ключ, мы не попадем в часовую башню. Нигде не вижу его. Ну что же нам делать? Кстати, дедуля, а что это такое? Похоже на ключ. На нем написано «Часовая баш...» Боже мой, я нашел ключ, но теперь пойдемте в часовую башню.
Bring it on. You got off easy this time. Тация, моя персона, она испугалась. Мне это не нравится. Везде пыль. Моя идеальная прическа будет в пыли. Похоже, мистера Хани здесь тоже нет. А теперь давайте уничтожим эти огромные часы и поскорее свалим отсюда. Но это чувство. Минуту назад. Что это было? Что такое? Что-то не так с моим лицом? Трусобос! Сзади! Невозможно! А? В тот раз я сказал, не должны быть освобождены. Я так и сказал, так часто. Он исчез. Ну, такое чувство, будто я... Видели его раньше. Что, Ханя? Посмотри, вон там. Джокер! Это Джокер? Директор Ханья, вы с Джокером заодно? Проклятие эмблемы и все эти странности. Все это вы с Джокером заодно? Глупая девчонка, как ты смеешь? Проклятие эмблемы — это святое наказание, которое призвано покарать учащихся. Вы глупцы и забываете, что вы ученики, которые бесцельно тратят свои жизни, беспокоясь о свиданиях и моде. Вы сами накликали на себя это наказание, хотя я думаю, что слух школы Касс уже стал реальностью. Если бы они пожелали у мастера Джокера, их лица мгновенно бы стали нормальными. Более того, если вы последуете за мастером Джокером, тогда вы сможете быть кем хотите и прожить полноценную жизнь. И что в итоге ты получил? Я? И ты меня спрашиваешь? Мое желание стать совершенным директором, обожаемым учениками. И все это то, что вы видите сейчас. Джокер, разве ты не хотел отомстить нам?
Зачем исполнять желание этого старого пердуна? Симплият! Заморозили время и освободили его! Месть — это не главный мой мотив. Даже между мной, дающим, и тобой, вором, битва статуи Соу за мою мечту. Я не позволю уничтожить мою мечту снова. Я не совершу одну и ту же ошибку дважды. Он что, плачет? Время вновь свободно. Услышь звук колоколов, которые призывают твои мечты. Черт, ты не уйдешь! А ну-ка подождите! Убирайся с дороги! Глупцы, эта башня станет вашей комнатой после уроков. Слава маске! И ты называешь себя учителем? Жестокая любовь должна быть применена к каждому непослушному студенту. Я научу вас достоинству и авторитету настоящего директора.
Ха! Мы победили, а теперь расскажи нам все, что знаешь о Джокере. Что за... Осторожно, все рушится! Все в порядке. Эй, стой, ублюдок! На сегодня профориентация закончена. Пока вы сопротивляетесь мастеру Джокеру, вы не найдете покоя в своем сердце. Разве это не четвертый этаж? Хотя я не уверен, что это может убить его. Джокер, он такой одинокий. Он так страдает от греха, который лежит на его сердце. Почему-то он напоминает мне Тацию Куна. Такое чувство, как будто я его знаю. Когда я вижу его лицо, я начинаю дрожать. Луна открывает мне мое собственное подобие. Ты двойник, ты бледный спутник. Почему ты дразнишь мою любовную тоску, которая мучила меня столько ночей в прошлом? Это из поэмы, которая называется «Дорогой Доппельгангер». Ты слышал о ней, Тацию Кун? Майя-сан, ты же не хочешь сказать, что Джокер Доппельгангер Тацию Куна? О, нет, я просто подумала, что есть сходство. Забудь Тацию Кун. Вай, что же теперь нам делать? Хани сбежал вместе с последней уликой, которая могла бы нас привести к Джокеру. Думайте позитивно, ребята. В такие моменты нужно думать именно так. И да, у нас не кончились улики. Давайте обратимся к слухам, они непременно приведут нас к Джокеру. А что, это хорошая идея. Хани сказал, что студенты были носителями проклятия эмблемы школы Касс. Эй, нету такого слуха, которого бы не знал великий Мишина. Кто устроил этот слух? Мы бы зря потратили время, если бы пошли искать. Нужно начать искать с другого места. Ну, редактор нашей газеты ищет информацию о Джокере и слухам. Может быть, она что-то узнала? Возможно, мы можем найти Кози в кафе Ивизаки. О боже мой, я слышал, что директор отправился в эту башню, чтобы избавиться от проклятия эмблемы. Вы его видели? Стоп, он был здесь, когда башня падала? О нет! Он же не мертв, да? Он умер или... Он мертв? Он не мертв, он мертв. Он мертв. Нет! Он умер, пытаясь нас защитить. Спасибо, дорогой директор. И прощайте.
что это было. Я надеюсь, она не распустит много ужасных слухов. Ну же, пойдемте в кафе. Got off easy this time. Так, ребята, давайте, наверное, на этой ноте завершим серию. Серия получилась очень интересной, было очень много диалогов. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на мой канал. Ну а с вами был, как всегда, Дурацкий и Крутой. Всем удачи и до новых встреч!